Я выспался. Я тоже. Ты как? Чудесно. Отлично. С таким-то видом грех не выспаться. Это точно. Вообще классно. Ну что ж, ребят, всем привет. С вами Нюкем и Террасер. Да, ребята, всем привет. И это у нас Криптодолина, второй сезон. Ну а перед тем, как мы начнем, давайте мы по нашей старой традиции, которую мы почему-то с Нюкемом просто пропустили так, несколько серий. О ней. Даже не вспоминали о ней, и это как-то было плохо. И лайков-то подуменьшилось, так что, ребят, обязательно поставьте сейчас лайк, и мы тогда начнем сегодняшнюю серию. Думаю, она вам понравится. Да, пока вы не поставите, я буду петь песню, чтобы меня заткнуть, вам нужно поставить лайк. Широка криптодолина. Ой, быстрее, ребят, лайки ставьте. Огромная Нюкем она. Поет. Все. Мишей Хватит. Поставили? Отлично, ну, все, ребят, спасибо. Вы меня спасли мои уши. Ладно, пойдем вниз. Сейчас отправимся с тобой майнить крипту. Так, посмотрим на нашу картину. В Что наш сундук там? Пустой почему-то. Сундук. А вот этот не пустой, пусто? Это мой драгоценный сундучок, если помнишь. А, ну да, этот сундучок драгоценный. Ладно, погнали. Погнали. Погнали отсюда, выходим. Все, пошли. Ой, не понял. Кто? Советник короля? А что вы тут делаете? А, у меня другой вопрос, как он тут появился, просто я не понимаю. Он пришел к нам, видимо. Фига себе, это же его бывший дом. Дошли. Ну ладно, давайте поговорим с ним, поговорите. Давайте. О, как хорошо, что вы дома. Срочно, срочно бегите к королю. Миха, так, я Нюкем, думаю, не Нюкем. Стоит даже каких-то дополнительных вопросов задавать. Просто надо совсем Погнали. Убежать. Быстрее, быстрее. А что такое? Он почему-то говорит срочно. А что могло... И он пришел к нам сюда. Что могло стрястись? А это случайно не тот, советник? Который нам этот дом подарил? Так это он есть, да. Нифига себе, поэтому блин. Он нас и нашел. Я не могу бежать, потому что я голодный. Кушай, Нюкем. Ты беги, беги. Так. Вдруг короля убивают. Мы там его можем спасти, не бойся. Ой, точно. Хотя нет, у него же охраны здесь много. Я не думаю, что с ним что-то произойдет. Да, а кстати, месте. Почему мы не воспользовались нашим телепортом? Блин, что-то мы затупили. Так чтобы не спалили нас. А, ладно. Кстати, на тебе сейчас не особо виден джетпак. Лучше я бы посоветовал тебе. Все, больше нет. Так, все, погнали. А вот и король. О, король. Ой. Король, ну, ладно. Давайте пообщаемся. Давай поговорим с ним. Или ты поговоришь? Не, давай. Все, говорим с ним. Предатели украли ночью наши запасы блоков Монеро. Наши лучшие люди уже отправились на поиски. Но если вы найдете предателей первыми и вернете все блоки... Так, все блоки Монеро, я вас щедро вознагражу. Эти блоки мне очень дороги. Ты понял, Миша? Ой, ё-мо. Кажется, у да. Него... Смотри. Ну, походу... Что? Сверху у него блока Монеро нет. А Ух может ты. Быть... Подожди, он же сказал блоки, а мы видели... Так у них запасы какие-то были, видимо. Значит, где-то тут есть клад? Типа, я не знаю. А может такое? В этих сундуках? Ладно, давай не будем здесь ходить. Не вообще шариться, что-то нехорошо в королевских покоях. Все, пошли побежали, отсюда, быстрее выбежим. Так. Куда тут идти? Я тут 100 лет не был. Во! Отлично. Так, может быть, купим еды себе? Да, еды не хватает. Вот вообще да, не хватает. Давай. У меня вообще ее нету больше. Давай, еды сейчас прикуплю. Все, все деньги у тебя есть. Сколько мяса? Ноль. Ноль мяса? Ничего Ноль себе, мяса на пошел. Тебе. О, спасибо, спасибо, Стейки. Брат. Побежали. Так, все, ладно. Так, хорошо, пошли план. План действий будем сейчас обдумывать. Где-то так, получается... прямо здесь сядем на песочек и обсудим. Давай немножко отойдем, чтобы Под не у всех... Кактус? А то мало ли здесь предатели есть. То, что он там Точно, говорил? Чтобы не спалили. Предатели, он сказал, предатели украли. Предатели, ты понимаешь, кто угодно да? может быть предателем. Что они, видимо, выглядят так же. То есть это туземцы какие-то. Да, наверное. Наверное, это туземцы. Хорошо. Каков наш план? Смотри. Получается, у короля украли блоки Монеро. А блоки Монеро нам с тобой, помнишь, были нужны для портала. О, ты что, хочешь сказать, что мы возьмем те блоки и заберем себе, что ли? Ну, если мы найдем... того, кто это сделал, мы сможем эти блоки взять и использовать для портала и посмотреть, что вообще там на той стороне, потому что нам не хватало только нескольких блоков Монеро. Ну, а так что мы вдвойне обязаны обратно. Найти это. А потом вернем ему. Ну, тогда нам вообще же вопрос узнать, снят. Там. Побежали. Ладно, пойдем. Так, так первым делом. Следы найти. Я думаю, что нам следует сейчас тогда отправиться к нам домой, взять... Что нам нужно взять? У меня инструмент есть. О, джетпак надо взять. Блин, надо будет... у меня батарейки кончились у него.
А, ну если что, в эту летающую тарелку сходим и зарядим. Это, окей, я думаю, не проблема. Окей. Тем более телепорт так есть у нас. А, да, мы опять побежали, что-то не воспользовались. Ладно. Так, где у меня был джетпак? Где у меня был джетпак? По-моему, снизу. Ладно, пошли. Он пошли нюким. Видимо, боится возвращаться. Ты где? А, ну вот да, такие. Наверное, он ждет чего-то. Погнали, погнали. Так, ладно. Погнали, погнали вниз. Нам быстрее. Ты спускаешься, да? Да, да, да. Давай, давай, нюким, вниз, споткнись. А, блин, у меня джетпак разряжен. Тоже, нюким. Тоже, как и у меня, что ли? У меня одна палка из 27. Я не думаю, что он подойдет для полета. И у меня тоже. Так, а, нет, получается. Чуть-чуть еще летает. Чуть-чуть еще летает. Ну, а очень... все уже. Уже не летает, блин. Нет, а, ну, я даже рисковать не хочу, а то вдруг ладно, взорвется, заряжу, например. Заряжу его. Я тогда его складываю в сундук, да? Не-не-не, подожди, возьми. Мы же ладно отправимся сейчас в тарелку и зарядим. Ну окей, так, как ладно, мы пешком, что ли, пойдем? А, пойдем, у нас здесь телепорт. Что-то мы, да, совсем у нас, Миша, память так отсюда. Не понял. А куда делся наш телепорт? Ну как, пульт работает? Ты его работает? Не брал? А где сундуки? Чего? Наши сундуки! Пульт работает, но... Вот, да, пульт хотя бы работает. Ё-моё, нюким, нас стоп, обокрали. Подожди, а может там хотя бы в трубах что-нибудь осталось? Давай посмотрим. Батарейки не тронули. Есть. Здесь ничего нет. Так, смотри, здесь у нас есть немножко крипты. Так, ну хоть хватит. Они на еду. Они не заметили. Возьми, так, а, кстати, вот у меня есть еще немножко манера с собой. Электрониум. И так там сверху у нас нормально. Два биткоина лежат. Практически все нормально. О чем я вообще говорю? Какое нормально? У нас сундуки сперли. Телепорт сперли. У короля сперли блоки манера. Блин, что происходит здесь? Надо было нам тогда здесь закрывать все хорошенечко. А мы что-то подумали, что здесь одни добряки. Так, у меня есть подозрения кое-какие. Кто это вон может там быть? Там сверху стоит какой-то мужик. Может так быть, этот мужик нам наоборот прибежал, сообщил, что к королю нужно идти. Хотя мало ли, он про предателя король что-то говорит. Ладно, не будем ему доверять. Пойдем, мы еще не разобрались в этой всей ситуации. Ну у тебя хотя так, бы какие-то хорошо идеи есть? У меня основная идея зацепки сейчас это отправиться. Отправиться нам в летающую тарелку и зарядить наши джетпаки. Потому что с высока мы, возможно, какие-то следы найдем. Окей, пойдем. Окей. Я, конечно, так не думаю, что у меня что-то получится заметить с высока. Ты где? А я вот вышел, где? Я вышел. Пошли, нюким. Телепортнуться получается никак. Но если что, мы сможем телепортироваться к нам домой. Хотя бы. Окей, это окей, уже окей хорошо. Хоть как-то. Так, вот здесь идем. Можно спастись в случае чего. Ты ну где? Да. Я тебя что-то потеряю постоянно. Да я прям перед тобой бегу. О чем ты? Вообще можно не надеяться, что я с высоты что-то замечу на земле. Так, а давай мы оденем наши вещи, блин. Наши квантовые вещи. Мы так быстрее ведь будем перемещаться. Окей. Или хотя бы... Хотя ой, бы... шлем зря одевал. Да-да-да. Хотя бы штаны надо одеть. Если что, я не думаю, что туземцы вообще увидят у нас... Так, подожди, пошли в тарелку. Пойдем. Пошли в тарелку. Я разве не туда бежал? А, все, а вспомнил, вспомнил дорогу. Бок? Это я из-за шлема ослеп и потерялся. А, я понял. Ладно, погнали. Погнали. Аккуратно, аккуратно, только здесь прыгай. Все-таки не хотелось бы, чтобы мы поломали ноги. Все, я на месте почти что. Так, отлично. Отлично. Кто первый, тут король. Да-да-да, торопимся, торопимся, нюким. Ой, стой, ой, стой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ты видел? Что там? Что? Я увидел мужики только нескольких туземцев. Какие-то с пушками. Подожди-ка. Еле успел ноги унести. Подожди-ка. Чё за приколы, да, Миша? Я не знаю, что за приколы. Давай оттуда пойдем. Я, кстати, увидел здесь какую-то... Так, ну-ка, давай паузу он поставь. Он там палит как Момо. Никита, паузу глазами поставь. Блин. Это туземцы, кажется. Так, давай снимем на всякий случай броню. Ну, если мы снимем, то не сможем убежать, в случае чего. Да это вроде наши туземцы. Это как-то ладно странно. Ну ладно, пошли. Я не знаю. Смотри. А, вон, этот начальник МВБ. Это начальник Министерство МВБ. Внутренней безопасности. Да-да-да, помнишь, мы с ним уже общались? Ладно, пошли поговорим с ним. Давай, пообщаемся. Видимо, они прошли тут. Это, мне кажется, он про предателей. Ага, Дума. То есть... Походу, они туда залезли? Или... Пошли спустимся, посмотрим. А вдруг так мы там увидим, короче, портреты? И
типа, знаешь, разыскиваются. И там наши лица с тобой. И не они знаю. Такие сверху, ага, попались. Стоп. Смотри! Наш проход... наш проход закрыт. У меня тоже голос чуть не пропал. Так я чуть не подавился. Я увидел это. Как так? Что случилось? И почему, смотри, тоже. Там земля? Капец. Чё-то я не понял. Так, подожди. Надо срочно выбраться отсюда. Набери блоков. Или у тебя, если есть блоки, то так сейчас выбирайся. Под себя ставь. Надо срочно выбраться. Предатели туда прошли внутрь. И какого-то фига здесь все закрыто теперь. Так. Мы должны с этим разобраться. Нюким, вылазим. Вылазим быстрее отсюда. Так, что же нам делать? Ладно. Может, так, пообщаемся давай, с кем-нибудь выходи. Еще? Ты не видишь никого? Выходи наверх. Разговор чего? Ой, смотри, что нет. Я нашел, Миша. Ты не вообще... Это что, кровь? Походу. Кровь. По-моему, она еще свежая. Лизни. Не-не-не. Ты смотри, еще Нюки. Одна? Еще одна? Это явно и смотри из этой птицы. На... Ты видишь, ну-ка. Что здесь... Подожди, это что такое вообще? Да, ой, ё-моё, кажется, я увидел этих предателей. Где? Только они по ту сторону находятся. Жесть, это вот они, и да? Они в чём-то чёрном, это что, это битконианцы или... А нет, это не может быть битконианцы. Чего ты взял? Типа что, они не оранжевые, что ли? Ты видишь, у них броня какая-то, по-моему. Так, ну, мне кажется, что мы только в штанах, в шлемах и в ботинках с ними... состязаться не можем, потому что вот я вижу, у них какие-то там бушки есть. Блин, так нам туда и не пробраться никак. Пошли тогда так, по крови. Пошли по этим каплям крови. Посмотрим, куда они нас приведут вообще. Вон там еще вижу. Так, да-да-да, я тоже вижу. Фух, нет, это, ты как это хочешь, помнишь, так же было? А я одену штаны и ботинки. Давай, хотя бы. Я тоже одену. Это помнишь, так же было, как в первом сезоне? Мы тоже по каплям крови шли тогда. Да, искали. Ух, что мы потом устроили. Да. Да, если бы они знали, что случилось с теми бандитами, я думаю, а они ты смотри, кстати. Что? Такое что, ощущение, я... как будто бы вот эта вся часть поднята немножко вверх. Кстати, да, ну только что это может значить? Что, выкопали что-то? Я не знаю. А может быть, у меня такая мысль... А может быть, они каким-то образом смогли использовать вот эти блоки Манеры, которые не украли, для того, чтобы починить портал, и этот портал, это является частью какого-то управления тарелкой, и она сейчас взлетает? Взлетает вместе с полем. Уже? Я не знаю, ну или не взлетает, почему? Это страшно. Почему даже это слышать. Могло произойти? Миха, меня больше волнует, куда пошел след из крови, потому что я... да, точно. Блин, столько надо нам всего узнать. Так, давай, поднимаемся. Где мы видели последнюю каплю? Пошли, найдем ее. Последняя капля крови. Где она была? Где-то вот здесь, по-моему, была она. Я ее здесь не... Вот капля крови, нюким. Сейчас я покушал маленько. Куда еще они шли? Так, что? Покушал маленько, все, уже. А, покушал, вот отлично. Нашел, Миша. Вот тут, под деревом. А, все, отлично, отлично. Так, дальше ищем. Возможно, ищи, нюким. Вот это сюда, в лес пошла. Здесь я не вижу никаких больше капель. Может нашел, быть, нашел, нашел, Миха, вот нашел, здесь нашел. Отлично. Глазастый какой. У тебя очки шикарные. Так, ладно, яйца, ищи, яйца, ищи. Страусы, кусты. Может, здесь не видно. Ни одной капельки больше. Давай чуть выше поднимем. А, нюким. Я знаю это место. Ага, тут же точно раскопки еще одного блока. Вот я нашел капли крови, вот они идут сюда. Ага, вижу, вижу, вижу. Ой, нюким, смотри, кто тут. Йоу, штаны снимай, скорее. Я успел. Тоже успел. Это охранник, так, ну, охранник, пошли мания. Поговорим с охранником. Давай. Тут что-то мало. Мы чудом выжили, они предали нас. Это все оркестрат. Он со своими людьми напал на нас ночью и забрал весь груз. Срочно, оповестите об этом короля. Какой-то так. Оркестр там на них напал. Оркестрат. Я не знаю никаких оркестратов. Кто это такой вообще? И я знаю, тут? Что вот сюда идет кровь. И подожди, тут открыт проход. О, пошли посмотрим. Да, не понял. Но тут пусто. Как-то. Тут ничего нет, смотри, какая дыра. Может, кстати, стенки какие-то особенные. Тут светящиеся такие. Я вижу. Получается, на них напал оркестрат ночью, всех их перебил, эти ребята чудом выжили, и оркестрат вместе со своими бандитами, получается, забрали весь груз. А, наверное, как раз они после этого отправились в тарелку,
И замуровали вход, проход. Наверное, да. И еще украли у короля, кажется, эти блоки Монеро. Вот я сундук вижу, два сундука. Так, посмотрим, что в них. Пусто, пусто. Пусто. Даже кажется, они здесь все обокрали. Что делать-то? Блин. Мы должны разобраться в этой ситуации. Нам нужно каким-то образом, получается, чтобы вернуть блоки Монеро, найти оркестрата. Ну, так как вот нам же, это сделать? Я думаю, он там стоит. Где? Ну, за магическим полем. Ну да, где-то там, за этим полем. Пошли попробуем, может, найти. Может быть, мы найдем где-нибудь проход. Ну, так, конечно, и, кстати, конечно. Не забывай. Давай, штаны наденем. Да, штаны оденем. И у нас еще с тобой не забывай то, что нет больше биткоинов. Нет у нас крипты. Все наши запасы просто нагло сперли. 2 биткоина у нас там осталось. Они просто, видимо, так обрадовались, что нашли наши сундуки, что про деревянные сундуки и забыли. Наверное, ты прав. Так, и нам теперь никак не зарядить. Какая-то... Блин, Никита, нам же еще и никак и не зарядить наши вещи, так что я бы не стал так тратить заряд. Мало ли он понадобится нам еще в дальнейшем. Ну, у меня еще много, но я послушаю твоего совета. Пока что не буду носиться. Сам и погнал. Да... Ну ладно, тоже с тобой. Я сниму, чтобы. Это слишком на самом деле, как бы, притягивает эту способность. Миша. Помнишь, чего? Как мы прошли в прошлый раз? Мы вроде как нашли лаву. А, да. Может, еще если раз найдем? Если где-то лава есть, то мы можем пройти. И смотри, реально кажется, как будто бы вся вот эта площадь просто поднялась наверх. Я удивлен, как же они это сделали? Я не знаю, как это они сделали. Ну вон, видишь эти чуваки? Да вижу, вон они. Вижу. Главное, нам надо туда пролезть. Мы хотим туда пролезть, не знаем как. И при этом я боюсь туда лезть, к этим мужикам. Естественно. Они вооружены и в какой-то броне непонятно. Из оружия только лопата да молоток. Ну, кирпич. Да. У меня даже этой пушки не осталось с собой. Если мы проберемся туда, что мы будем делать? Это тоже чересчур просто опасно. Так, вот здесь, смотри, какой-то вроде спуск есть. Так, вот там вода. Нет, дальше не пройти. А, ну, вообще опасно, на самом деле, туда вниз подползать. А то мало ли, на нас эта штука вся как рухнет. А, так она придавит. Что ли, вся, что ли, взлетает? Так вот я и говорю. Очень похоже на то, что она немножко поднялась вверх. А может, мы тогда сможем прямо под нее залезть? И вдруг там какая-нибудь дырка есть? Ну, может быть. Надо будет попробовать. Или пока что просто обойдем кругом. Так, ну я хочу увидеть, мало ли здесь из-за того, что она поднялась, где-то открылись еще какие-то проходы в этом поле. Ну пока ничего не вижу. О, смотри, здесь видно прям до глубины хорошей. Пещеру какую-то, да. И вон там глубина. Так, нам надо как-то придумать план. Что же мы будем делать все-таки? Что? Так, вот тут вода, она стекает. Эх, тут может быть утонуть. Куда там? Блин, здесь не пройдем. Может быть, нам что-нибудь старец скажет? Хотя старец, скорее всего, только нам истории рассказывает. Ага, и только за пироги. А денег надо сейчас экономить, деньги-то. Это точно. И здесь тоже виден вниз туда спуск. Так, ну мы с тобой так, круг ладно. Обошли. Мы обошли и нигде не увидели никакого прохода. Здесь у нас эти туземцы все теперь палят, этот проход, видимо, изучают. Хорошо, хоть они не знали то, что мы по этому проходу ходили. Это было забавно. Что же нам делать-то? Что нам делать? Ну, нам надо как-то или пробраться туда внутрь. А у меня есть еще одна идея. Ну. Ладно, я надеюсь, с этим мы разберемся. Давай узнаем все-таки. Помнишь, мы дом поставили для наших, таких... А, как у них дела? Ребят, да, проверим. А мы как к ним проберемся-то? У нас телепорта сейчас нет. Пешком, что ли, бежать? Да как-то не хочется. Да, тоже верно. Давай, наверное, мы сейчас сходим к старцу, узнаем у него продолжение истории, и, как говорится, утром, вечером мудренее, завтра со свежими силами тогда отправимся и попробуем разобраться в этой всей задаче. Ну ладно, я хотел телепортироваться, но я уже добежал. Ой, как быстро я бегаю. Да я вижу, как ты бережешь просто энергию. Ну ладно, снимай. Да как-то она медленно тратится, я думаю, успею. Еще и мир спасти, и крипты накопать.
Ну, хотя очень надеюсь. Есть в планах копать крипту? Да, у нас в планах есть копание крипты, потому что у нас, во-первых, телепортера нашего нет, а нам нужно его где-то взять. Один из вариантов — пойти купить его. Также инструменты у нас тоже не особо-то и прочные. Скоро могут сломаться. Так, здесь у нас это... Подожди, ты куда побежал? Мне нужен пирог. Без пирога туда подожду. Смысла идти нет. Эх, ну может он войдет в положение, поймет, что мы типа короля спасаем, точнее его деньги. Я не знаю, войдет ли он в положение или не войдет, но нам в любом случае нужно с этим что-то делать. Так, все, я взял немного крипты, так, ты куда там? Давай, Нюкем, пойдем. Покупаем пошли. Пирог. Хотя мне на пирог, в принципе, и так бы хватило. Ладно, пошли. Пошли. Сейчас узнаем, что же нам скажет старец. Ну тут, конечно, происходит теперь какая-то жесть. Ладно. Только ты читай, потому что пирог-то у тебя. На, ты поговори с ним. Со старцем. Ты пирог не скушай, смотри. Не в сундук, ты ему так отдавай. Он теперь в руки его только забирает. Спасибо за пирог. Слушайте продолжение истории. Отважные исследователи хэш-рас отправились в багровеющие каверны подземного мира, находящегося глубоко под толщей непроходимой коренной породы, которую, я уверен, вы не раз встречали на самом дне при раскопках. Понимаешь? Они, походу, под бедрок, что ли, залезли? А, так это, ты не путай этих ребят, которые сейчас у короля тут все сперли, и у нас в том числе, так что ну их нафиг, мы их найдем и накашем. Или ты сейчас говорил про хэш-расы? Я как-то читал и даже не думал о том, что тут читаю. Ты запомнил? Да. Он сказал то, что хэш-расы как раз-таки отправлялись, получается, под толщи вот этого коренной породы, и там, получается, они добывали манера через порталы. Порталы вели их туда. Глубоковато. Да, глубоковато, это точно. Так, ладно, сейчас мы найдем здесь где-нибудь свободную дырку. Вот здесь, мне кажется, будет... Тебе нужно сделать. Нормально, если мы вот сюда вот прорвемся. Ой, упал. Ты упал в воду? Аккуратно, аккуратно. Все-таки водичка-то холодная. Так, во. Ну как там, вылезается? Я тебе помогу, все. Выбирайся давай быстрее. Опа. Ну, Нюкем, будем с тобой, значит, получается, новые разгадывать загадки. Да все как-то никак не кончается. Зачем мы сюда прилетели, ты помнишь хоть? Да помню, но мы я как раз... Я уже забыл, если честно. Вообще мы сюда, если ты забыл, я тебе напомню, прилетели ради истории Манера. А, вот. А мы чё? Ее постепенно узнаем. Ну да, сейчас так мы знаем, что ее добывают под коренной породой. Да, именно так. Ну ладно, в общем, на этом все, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, ссылочки есть в описании. И, конечно же, ждите следующую серию, в которой мы будем думать дальше, как же нам все-таки с этой ситуацией расправиться и как пробраться снова внутрь этого защитного поля, и кто это такие. И как этого звали, я уже не помню, предателя. Оркестрат, точно. Во. В общем, с вами был Нюкем. Да, и террасе, ребят. Всем удачи и пока. Всем пока.